Реальные сделки в конце видео по стратегии Forex Alizart, которая легко определяет как продолжение текущего тренда, так и его разворот. Эта торговая система стоит $40, и она очень точно помогает выявить начало ценового импульса практически сразу после его возникновения и также эффективно определить его завершение. Кстати, на нашем сайте Forex Alizart для ознакомления можно скачать абсолютно бесплатно. Ссылки для скачивания ищите под видео. После скачивания все индикаторы этой системы, а также наш уже настроенный шаблон для торговли, устанавливаются в терминал MetaTrader 4 стандартным образом. Кто не знает, как это делать, ищите статью на сайте или обучающее видео по ссылкам в описании. Forex Alizart состоит из 4 индикаторов, каждый из которых играет определенную роль в этой системе. Первый – Alizart Heat Map. Это индикатор, расположенный в левом верхнем углу графика, показывающий тепловую карту с процентным изменением курсов валютных пар за определенный период. При этом пары с сильно восходящим трендом отмечены зеленым цветом, а те, у которых наблюдается сильный нисходящий тренд – красным. Этот инструмент позволяет легко следить за ростом и снижением обменного курса различных валют, проводить анализ данных и разрабатывать стратегии. Следующий главный сигнальный индикатор – Alizart Indicator. Он не меняет свои сигналы и надежно функционирует с любым активом на любом временном интервале. Далее идет информационная панель Profitable Strategy 16. Которая расположена в правой нижней части графика, показывающая локальное время и время в разных регионах мира. И четвертый индикатор BK Clock – таймер обратного отсчета времени до закрытия свечи. А теперь внимание, очень полезная информация. На нашем сайте в статье-обзоре эксперты и тестировщики WinOption Crypto дают подробное описание по настройке и регулировке каждого индикатора стратегии Forex Alizart. Предлагаются конкретные методы по наилучшему использованию каждого инструмента, особенно тепловой карты Alizart Heat Map. Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с этой информацией, чтобы ваша торговля была максимально прибыльной и безопасной. Ссылки на статью ищите в описании под видео. Правила торговли бинарными опционами по этой стратегии очень простые, но тем не менее, следуя принципам торговли по тренду, мы дополнительно добавим на график скользящую среднюю FGM с периодом расчета 21. Она понадобится нам в качестве фильтра, и мы будем открывать опционы call в случае, если бар с зеленой звездой находится выше FGM21, и открывать опционы put, когда бар с красной звездой находится ниже FGM21. И для покупки опциона call необходимо: первое, убеждаемся, что тренд восходящий, вся свеча находится выше FGM21. Второе, свеча становится зеленой и под ней появляется звезда. Третье, на открытии следующей свечи покупаем опцион call, а опцион put покупаем, когда на графике такая комбинация. Первое. Тренд нисходящий. Вся свеча находится ниже FGM21. Второе. Свеча становится красной и над ней появляется звезда. Третье. На открытии следующей свечи покупаем опцион put. Рекомендуемое время экспирации 6 свечей, а таймфрейм может быть любой, но мы рекомендуем от M15 и выше. А теперь давайте смотреть, как эта трендовая стратегия поведет себя в реальной схватке с рыночным хаосом. Открываем 4 графика в MT4 и такие же в Pocket Option и наблюдаем за 4 инструментами. И видим, что алерты у стратегии достаточно частые, а фильтр по мувингу с периодом 21 снижает число подходящих для трендовой торговли сигналов. Но в том-то его и смысл. И вот первый сигнал на покупку колл-опциона на паре канадский доллар-иена. И без скользящей средней видно, что у нас сильный аптренд. Вот он наш сигнал, но встроенный в наш шаблон таймер подсказывает, что до завершения свечи ждать еще долго. Очень удобный, кстати, виджет. Сразу видно, когда можно успеть даже чайник поставить.
И вот мы уже на платформе брокера и покупаем опцион с экспирацией 6 свечей. Ой, как не похоже на хорошую сделку. Ну что это? И... Ах, вот она сила тренда во всей красе. Каким пустяковым кажется откат на фоне этого потрясающего роста актива. Плюс 83 доллара к нашему счету, а мы идем за следующим сигналом. На этот раз сигнал на евро-долларе и снова кол. Рынок заставляет немного понервничать. Да, даже в самых сильных трендах цене бывает нужно набрать сил в консолидации для дальнейшего движения. Тем не менее, мы в плюсе на 89 долларов, хоть решительной победой это и не назовешь. Попробуем еще. Вот колл-сигнал на паре канадца-йены. И снова начало невоодушевляющее. Но до экспирации еще половина отведенного времени. Может быть, актив порадует нас таким же роскошным движением второй раз подряд? Да, да, и как по нотам повторяется ситуация на этом активе. И мы добавляем третий профит за 30 минут к нашему депозиту по стратегии Forex Alizat. Она отлично подходит для активной торговли, но при этом очень уравновешенной благодаря долгой экспирации. А мы в заключении хотим добавить, что Forex Alizat – надежный инструмент для определения зарождения ценового импульса и выявления нового тренда, и она полностью оправдывает свою небольшую стоимость в 40 долларов. Обязательно проводите тестирование всех индикаторов на демо-счете и не забывайте правильно управлять капиталом, соблюдая правила мани-менеджмента и риск-менеджмента. И, конечно же, выбирайте только проверенных брокеров для торговли, найти которых можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые, интересные и полезные видео из сферы торговли бинарными опционами. Спасибо вам за внимание. Внимание, успешной торговли!